Давление, угрозы были. Я попрошу всех людей, которые подписались за крест, обеспечить безопасность этих людей. Потому что, сказано Кузнецова Петра Михайловича, есть факты давления, угроз на этих людей. Слушайте, пожалуйста. Я просто прошу, безопасности тех людей, которые здесь сейчас сидят. Нет, я хочу быть уверенным, что те люди, которые записывались за крест, что они будут обезопасены, что на них не будет давления со стороны Кузнецова Петра Михайловича, который упростил владыка с таким условием, что он больше не будет повторять таких вещей, а он продолжает. Сейчас, подождите, пожалуйста. Весь народ говорил, что мы не хотим, чтобы устанавливали эдакое сооружение 6 метров в высоту и черного цвета вдоль дороги. А дорога одна у нас, другой дороги нету. Когда первый раз устанавливали этот крест на дороге, народ был ошеломлен, потому что его устанавливали в ночное время, скрытно от всего населения. Об этом почти 90% населения ничего не знали. Люди удивляются, зачем нам такой крест большой, на большой дороге. Поклониться Богу есть у нас церковь, очень красивая. Испокон веков никогда у нас на дороге не стоял такой крест. Откуда приехавшие? Откуда-то приехавшие совершенно чужие люди. Хотят творить то, что хотят они сами. Но здесь в деревне живет не стадо баранов, которые можно управлять кому как хочется, а образованные, трезвомыслящие люди. Наш настоятель... Может, думает, с установлением этого сооружения Бог может простить все наши грехи нам? Я хочу обратиться к нашему уважаемому настоятелю. Один раз в неделю приехать, открыть двери церкви, звонить 15 минут во все колокола, закрыть двери и уехать спокойной душой домой. Вся служба. А я думаю, ваша святая обязанность заключается в том, что вы этому народу должны внедрить веру в Бога. К Богу приходят сами, со своей душой, когда ты проникнешься, а не тогда, когда тебя как телка ведут на веревке. Не надо об этом говорить. И в клуб ему приходить не обязательно. Что-то никто не приходит больно-то в церковь. Мы вот ходим в церковь из Макаровки всегда. И никогда не было такого, чтобы на 15 минут церковь открыли, и через 15 минут ее закрыли. Мы ходим на все большие праздники, мы ходим, всегда ставим свечки. Не надо так говорить. Зачем вы клевещете? Вы пожилой человек, стыдно должно быть. Камиль Хазрат, мой друг, осудили. То есть это не межнациональное, ни в коем случае не межнациональное. Мусульмане за... чтобы крест стоял. Настоящие мусульмане, которые образованные, правоверные. Конечно, нормальные люди, все за. Я построил, я реставрировал его от души. 5 батюшек прогнал отсюда, все они были алкаши. Батюшка говорит, да, 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 не до сих пор, здесь, вот, мы здесь, да, тарит, там, шанам, ну, бишек, уйдем. Еще не жил. Сиркевну шанам, сиркевну, бутынай, шадам, бутынай, Ondan sonra minnet sonu denen ibet motor itip taşladılar baylar. Onların güçlerine kulüden çemeyi oldu. Bizim kolektif bilen bunu 98. yılda motor itip açtım. Hani tüm ne tekele başıp tuğuyor falan bitti mi? Bitti zaman. Yine çok uzatıldı da. Ha pravda ya ona şatır pıtır kiledir ya. Eğer de minik memuzdan birer babalarını kiledir ya orada. Aa. Yeyi o bu kiledir ya. Ha pravda ya. Ondan sonra ben hayretim kayıttı oğulga. Жулын, газын, суын, мәктәбін, медпункетін, шеркәуін, бүтінде сашыдан ауылға. Шеркәу тұрында бір әсетмейер. Нашар екен сен, нашар тұрында аңыра сенейер. Олай бет. Менің, ана Атес Федорын жаратам мен, аңғар жүремін. Атес Федорын жаратам мен. Бұл шамлы бой шаменға кере екен. Бұл ауыстырам. Әмінгар жоу, ұңғар жоу. Сон, кемейтейін де, шушында меня, я спецназ, внутренние войска привезу, видеокамеры поставлю, все равно поставлю, деп. Против волов, дул автоматов, шулай что ли барға тиеш? Мне шынды матуетеп жиылышып кереге, ниндегене власть болса да, біздің бар глава района, президентіңіз бар, уважаемый, ағын білен бары бір, аннан башқа біз бір сәштерге тиеш түгіл. Мін да куй, мітігін да куй, ма куй, қайп ме куйместі, куй, ну, согласий болға тиеш. И, конечно, мы против Анны Нестеги, а лазер Анны, без нуда. Чирке вар мотор, персонер, джерсонер, мотор. Чирке уге. Тяри кое пранит и помню ведь. А чирке уге халу гужер мейлянда. Она алар дурт биш кши не тяр алар, таки, а и тяр не дип. Дурт биш кши. Защищай тяр не дип. Джерсонер даже лазер начал. Кирип, чукундрып, кирип, отпивай тыкпы на китеда, он да, был не дай чего. Шлямидал дегенде. Ан кісі де, бұрыс етіп отырмын, жариш олай бар әлі десең, анам, жариш олай бар әлі десең. Не ғана, там, строй, сейт түнкі можын, там, ничего не де. А кімнікі ол? Ура, мен одна фамилиясынықы.
Анда тоже. Атасы добро берген, малайына язылган, там не поймешь, не разберешься. Малайына яздырган, исемен жерин атасы добро берген. Добро берип тянда строительство для рамеси, это же сельхозначение как бы. Сейчас это не слушает, это вопрос политики. Там ничего нет.